Для примера курильщикам я объясняю. Как правило, два сеанса, две сессии. Если вы бросите после первого сеанса, вы больше не должны меня видеть. Но опять-таки, можете прийти через... Когда... Если нет других проблем. Поймите правильно, вот человек бросил курить, радостный, веселый, все, прошло два месяца. Он звонит мне или она. Я опять курю. Спрашиваю, вас тянуло? Нет. А почему вы закурили? Не знаю, я вот захотел просто побаловаться. Ну как же здесь гипноз? Разве звучит не по-взрослому как-то. Это просто чудачество, понимаете? Я же не могу...